сладкой жизни микрорайон Яблонька идет верными шагами. В прошлом году между домами 5 и 15 по улице Силина, где раньше была заброшенная территория, разбили уютный сквер. На улице Зои Космодемьянской начали ремонтировать внутриквартальные дороги. На особом контроле комплексное благоустройство дворов, установка детских площадок. На Ташкентской 214 у нас сделали детскую площадку, двор, в котором мы живем благодаря активным жителям, опять-таки, что они проявили инициативу, захотели, чтобы их двор был красивым сделан. Им сделали двор, детскую площадку замечательную, внутриквартальные дороги все замечательно сделали. Сегодня в промышленном районе работы еще много. В этом году особое внимание обратят на ремонт дорог, реконструкцию школ, детских садов, спортивных объектов. Вопросы, которые в первую очередь волнуют жителей, решают в текущем режиме. Ведутся большие работы по ремонту теплосетей. После этого планируется благоустройство. И, конечно, очень важно, чтобы благоустройство было проведено качественно. И земля была насыпана, и утрамбована, и асфальт положен. Важно все это сделать до начала учебного года. Быстро реагировать на проблемы и чаяния жителей стало возможным благодаря реформе местного самоуправления, которая сейчас реализуется в Самаре. Сформировать команду созидания, определить людей, ответственных за благосостояние конкретных территорий, горожанам предстоит 13 сентября на выборах в районные советы депутатов. Алина Чемерис, Константин Головин, «События».